Человек, желающий стать самураем, должен быть твердо уверен, не существует ничего такого, чего он не смог бы совершить. Моя мечта, чтобы мой ученик выиграл чемпионат мира. Он родился в России с душой самурая и выбрал путь воина. Прорубали противника, чтобы быстро продвинуться к следующему. Самый крутой, самый лучший. Теперь он готов бросить вызов лучшим из лучших. «Цена мечты». Эпизод 9. «Философия самурая» на канале «Моя планета».